Во вторник в Самарской области пасмурно, с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура днем от 18 на севере до 27 тепла на юге области. Ночью 15-18 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 17. Ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, плюс 22 градуса в дневное время, ночью 18 выше 0. Западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 23 градуса тепла, ночью плюс 15. Ветер западного направления 6 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%, температура воды в реке Волга 21,2 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.